На прошедшем аппаратном заседании городского правительства с сообщением выступила директор юридического департамента городского совета Инна Поповская. Передаю суть сообщения. Апелляционный суд рассмотрит иск городских властей Одессы по поводу права собственности на дом Русова, многострадальный памятник архитектуры у Соборной площади, и добавила: обращение в апелляционную инстанцию попало еще летом, но слушания начнутся только 13 апреля, поскольку, по словам Поповской, и в новой инстанции не сразу определились с тем, кто будет дело рассматривать. Первая судейская коллегия взяла самоотвод. Теперь о конфликте. Во время реконструкции указанного памятника и перед самими работами никто из владельцев помещений здания не возражал против ремонта за счет города и восстановления дома в качестве общественного объекта. Но стоило финишировать работе строителей, как собственники жилья зарегистрировали свои права на помещение, расширив при этом соответствующие территории практически до всей площади здания. И вот тогда-то мэрия обратилась с иском в суд Приморского района Одессы, требуя отмены данной регистрации. Но райсуд, приняв дело к рассмотрению, заявил, что через некоторое время, что оно не относится к его компетенции. В результате дела и попало в суд апелляционный, где будут определять, какой же суд должен разбираться в данном споре. Как по мне, так дело вокруг дома Русова должно было завершиться уже после того, как на протяжении многих лет собственник, который получил возможность приватизировать этот памятник архитектуры, палец о палец не ударил для приведения в порядок здания. Схема в этой ситуации простая. Вернуть владельцу деньги, потраченные им на отселение жильцов, а здание вернуть в городскую собственность. Не знаю, чем окончится дело в апелляционном суде в апреле. Хотелось бы верить, что одесситы получат это здание в собственность громады. Но и самим одесситам стоит помнить, что исполнять закон и не разрушать архитектурно-историческое наследие Южной Пальмиры нельзя. Особенно уродливыми пластиковыми балконами, как это произошло со зданием на улице Марозлиевской. Как сообщили в администрации Приморского района Одессы, балкон построили без единого разрешительного документа. После жалобы бдительных соседей коммунальщики демонтировали уродство. Между прочим, еще во времена мэра Одессы Валентина Симоненко тогдашним городским советом было принято решение о недопустимости уродовать фасады архитектурных памятников всякого рода новоделами. Это решение никем не отменено. Об этом стоит помнить и чиновникам, и одесситам.